Это еще что такое? Моя туса! Туса-джуса! Это она так за хлебом гоняла? За хлебом гоняла. Пикассо немного так выбежая. Помогите! Скажи, что делать? Смотри, она себе друзей нашла. 20-секундный перерыв для того, чтобы сообщить вам отличную новость, ребята. С 20 июля я уезжаю в Москву почти на 2 недели. Но, ребята, не переживайте. Видео как и выходили каждый день, так и они будут продолжать выходить каждый день. Так что приходите их смотреть. Еду я в Москву для того, чтобы встретиться первый раз в жизни с Жекой, Shadow Priesthog и также Игорем Happy Lime. И все мы решили сделать сходку подписчиков в Москве 26 июля в 4 часа дня возле входа в парк Горького. Там мы вместе с вами сможем пообщаться, также сделать фотки на память. Поэтому, ребята, приходите, мы всех вас будем ждать, кто, конечно, живет в Москве. Ребята, вся информация о сходке, фотки с Москвы вместе с моими друзьями, различная информация ждет вас у меня на странице ВКонтакте. Подписывайтесь на нее, добавляйте меня в друзья и следите за всеми новостями. Ссылка будет сразу же на первой строке в описании. Приятного вам, ребята, просмотра. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафте. Сегодня вместе с Жайкой и Игорем мы продолжим играть то твой папочка в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет. Всем привет, ребята. Ребят, как обычно, не забываем ставить большие пальцы вверх, потому что чем больше лайков мы с вами сможем брать на всех наших сериях, тем больше мы продолжим снимать данную рубрику вот таким составом. И не забывайте подписываться на наши каналы, ссылочки все будут в описании. И также, ребята, не забывайте писать положительные комментарии. Мы читаем все комментарии, на самые интересные отвечаем. Пишите в комментариях свои идеи для следующих серий «Кто твой папочка?» И давайте наберем 5000 лайков для того, чтобы мы оставили ссылочку на эту карту в описании, где вы сможете поиграть со своими друзьями. Приятного вам просмотра. Папочка, папочка, где Женечка? Уже поздно, ее еще дома нету. Она за хлебом гоняла, сейчас придет. Это еще что такое? Моя туса! Туса-джуса! Это она так за хлебом гоняла? За хлебом гоняла. Пикассо немного так выбежая. Не могу! Помогите! Скажи, что делать? Смотри, она себе друзей нашла. Моя туса! Ну садись уже, Женечка, уже спать пора. Они мирные? Вот твои друзья мирные? Это мои друзья. Это Володя, это Вася, это Гриша, это Стопа. Друзья, знакомьтесь, знакомьтесь. Все. Прощайся со своими друзьями. Круто. Так, ладно, вперед, вперед. Мне нужно записать запись для своего видеодневника. Давайте. Давай, мне кажется, уже спать пора, да, папа? Уже поздно. Так, дети, не мешайте мне, я записываю запись для своего дневника. Женечка, Женя, итак, 3 июля 2038 года. В итоге у Женечки отросли ноги. Эдичка гоняет своего лысого ночью на Женечку. Ему не мешает, что это зомби. Вот. И сегодня у меня завершающий этап моей новой вакцины для того, чтобы излечить Женечку. И нам понадобится базилик. Сегодня мы за ним отправимся. Мозги! 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 Я записал так, дети. Собираемся. Вот. Папа, а где базилик? Ты знаешь, где он спрятан? Нет, я его выращивал 2 года, понимаешь? 2 года. И ты нам об этом не говорил? Это какой-то секрет был? Это была секретная разработка, базилик. Женечка, ты слышала? Мы, может, тебя сегодня вылечим наконец-то. О, борода! И ты не будешь больше такой неадекватный. Я не брился 23, поэтому у меня выросла борода и косичка. Вперед. Вы готовы к финальному заданию? Миссии невыполнимой. Папа, веди, папа, веди, веди, веди! Мозги! Беги, беги, беги! Женечка, отвлекай их! Мозги! Отвлекаю! Мозги! В лицо покупаю своих друзей, пока мы пробегаем. Ай, ай, ой! Папа, веди!
Так, вот оно, это здание, вперед, в него забегаем, там безопасно. Я давай, папа, папа, давай, давай, Женя! Да! Папа, вы меня забили! Вашу мать! Вы меня забыли. Быстрее пробегай! Как я не могу пробежать? Пустите! А что вы вообще наделали в... Тяну! Мы с Женечкой спаслись! Папа, папа, давай, давай, давай! Мальчика! Всё, слава богу! Фу! Мне кажется, мы сейчас окружены немного. Итак, вот он, наш замечательный куст базилика. Я его растил, поливал, пока вы... Не-не, Женечка, Женечка, отойди, отойди. Давайте, может, сфоткаемся. Сфоткаемся. Вкусно, мозги. Фу. Надо впечатлить этот куст, Эдичка, остановись, мы будем фотографироваться. Давай, давай. Мозги. Женечка, давай, давай возле нас, давай возле нас тоже. Так, замечательно. Вот он, наш куст базилика. Это завершающий момент моей вакцины для того, чтобы излечить Женечку. И... Ой, тихо. Я забрал. Базилик у меня, папа. Так, хорошо, базилик у тебя. Самое главное, его не просри. Я постараюсь. Только вот проблема, как мы выберемся отсюда? Не знаю, пойдем посмотрим, как он будет. Мне кажется, нас окружили, нас окружили! Видишь-то, мозги! Папа, папа, что мы делать сейчас будем? Женя, вернись, Женя, вернись! Так ты делаешь? Это магазин! Да куда ты, Женечка? Всем большое спасибо за просмотр. Вот и закончилась вся наша история с зомби-апокалипсисом. И давайте вы нас поддержите лайком. Это всего лишь 2 секунды, а нам очень приятно. Давайте наберем 5000 лайков, для того, чтобы ссылочку на карту мы оставили в описании. Да, ребята, и как обычно, забываем подписываться на все наши каналы. Ссылочки будут в описании. И, ребята, не забывайте комментировать видео. Мы читаем абсолютно все комментарии, на самые интересные мы отвечаем. Также можете писать ваши идеи для новых серий «Кто твой папочка» в комментариях. Мы также постараемся реализовать ваши идеи. Да, ребята, всем большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Всем пока. Кишки.